Застройщики представляют проекты домов, строительные компании презентуют новое оборудование. Каждый старается заинтересовать потенциальных клиентов. Все это в рамках 24-й международной строительной выставки. Принципиально новую идею для Дальнего Востока выдвинула местная владивостокская компания «Tiger Mix». Она специализируется на производстве сухих строительных смесей. Благодаря собственной сырьевой базе, наличию собственной лаборатории, мы гарантируем качество высоковыпускаемой продукции, а расположение завода непосредственно в городе Владивостоке, недалеко от потребителя, снижает транспортные расходы и таким образом делает доступной эти смеси по цене для конечного покупателя. В марте этого года Tiger Mix стал резидентом свободного порта Владивосток. Это значит, ему положены налоговые и страховые льготы, что существенно снижает стоимость продукции без ущерба ее качеству. К слову, в новое производство инвестировано более 20 миллионов рублей, и компания уже приступила к выпуску первой партии продукции. По нашему заказу было полностью запроектировано и изготовлено оборудование компании SynBM. На данном этапе оборудование уже полностью смонтировано и введено в эксплуатацию. Основные компоненты смеси Tiger Mix – цемент и песок – производят в Приморском крае. Это позволяет контролировать все производственные процессы, отслеживать качество готовой смеси и учитывать особенности приморского климата. В производстве используется особый песок, добываемый из твердых горных пород. Это делает смеси надежными, морозоустойчивыми и экологичными. Кстати, предложение Tiger Mix рассчитано как на представителей различных компаний-застройщиков, так и на частных клиентов. Собственно, как и предложение всех участников выставки. К слову, она продлится до 15 октября, ее посещение абсолютно бесплатное. Ирина Мокрицова, Дмитрий Сухоруков, новости на Восьмом.